арбуз будет в другой партии. Так, вот мы видим, что соперники все так же озабочены. Кстати, позы свои не меняют. У Грищука такое страдальческое выражение лица. Он смотрит на партию со взглядом «хотелось бы, чтобы побыстрее все это закончилось». А у Рапорта такое выражение лица, мол, как это интересно, ну как же это тяжело. Ну, в общем, соперники явно разгружают уголек. Это похоже на разгрузку угля на Москва-сортировочная, на станции Москва-сортировочная.